Друзья, это видео с неловким похищением невесты в Северной Осетии стало хитом сети. Его публикуют в самых популярных сообществах, даже репостят звезды шоу-бизнеса. На кадрах горячий джигит с друзьями готовится к похищению. Один из заговорщиков приводит девушку к торговому центру прямо в лапы жениха. Парень в папахе накидывает на избранницу бурку и бежит к машине. Но он дважды спотыкается и падает. В результате горячий джигит дважды приложил девушку об асфальт. Прежде чем она оказалась в относительной безопасности в машине избранника. Кстати, в начале января активисты выразили глубокий протест против традиции похищения девушек. В современном обществе нельзя хватать девушек как овец и безнаказанно увозить в неизвестном направлении. Тем более, что часто избранница вовсе даже не желает обручаться с похитителем. В настоящее время этим резонансным эпизодом заинтересовалась полиция. И главное, что интересует стражи порядка, это состояние несчастной невесты. Защититься от удара накрытая буркой девушка не могла. И по сети уже поползли фотографии ее разбитого лица. Но эти снимки никак не связаны с инцидентом. На фото Холли Эллис, девушка из США, в июле 2017-го, сразу после дорогостоящей пластической операции, старый друг на тот момент сломал ей нос. В сети нет реальных снимков, но легко предположить, что девушка могла получить серьезные травмы. Также полиция будет проверять, не тянет ли этот эпизод на статью Уголовного кодекса «Похищение человека».